В Дандушень красочно отметили новый праздник – День национального костюма. Вначале прошел парад национальной одежды 12 творческих коллективов, принявших участие в празднике. Под музыку духового оркестра участники парада сделали большой круг по городским улицам, а в районном Доме культуры в это время демонстрировалась выставка национального костюма, выставки работ народных умельцев, предметов старинной и глубокой, а также были представлены блюда национальной кухни. На следующем этапе праздника все были приглашены в большой зал районного Дома культуры, где должен был состояться концерт фольклорной песни. Всех участников праздника тепло поздравила заведующая районным отделом культуры Львов Дануца, пожелала творческих успехов на сцене, счастья и благополучия. А затем бразды правления концертом взяла в свои руки неизменная ведущая районных культурных мероприятий Лилия Русу, главный специалист отдела культуры. Первым вышел на сцену мужской фольклорный ансамбль «Семинаторий» районного Дома культуры. Причем все творческие коллективы должны были выступать в национальных костюмах, чем еще более усиливали колорит народной песни. В празднике приняли участие фольклорные ансамбли «Чембришор» Дома культуры села Сударка, «Феричел де Бусуёк» Дома культуры села Корбу, «Циранкуца» Дома культуры села Кремоуц, ансамбль флуэристов «Лекремиары» Дома культуры села Дандушень, фольклорные ансамбли «Флари де Ингридине» Дома культуры села Певничень, «Кренгуца де Бусуёк» Дома культуры села Редиулмари, «Ватра» Дома культуры села Крышкауц, а также творческие коллективы Домов культуры сел Плоп, Тырново, Покровки, Скаень и Дома культуры города Дандушень. По окончании праздника Любовь Дануса вручила всем его участникам почетные дипломы, учрежденные к Республиканскому дню национального костюма. Все мероприятие прошло на едином дыхании, насколько все было красочно и интересно, хотя мероприятие затянулось на 3 часа с небольшим, но прошедшего времени никто не заметил.